Так, ну вот, что-то там видео не очень хорошо записалось. Значит, что я решил? Все 6 штук жарить не буду, наверное. Ну, посмотрим как. Я прямо сейчас еще не собираюсь, я просто начал снимать. Пока еще светло и нормально. У меня с собой дополнительного света нету. Еще какой-то прожектор можно было бы ночью хорошо снимать. Так что я сегодня, чтобы опять не обожраться, ну, поджарю по одной или по две с каждой. С яйцами не знаю сколько. Тоже 4 или все 6. Вот. Сегодня без чая. Сходил в магазин, спросил, не может ли она закипятить, чтобы я заварил. Говорит, нету ничего там у них. Но есть вот один дед. Рядом живет. В каких-то там хатах. Очень легко идет на контакт. Если ему ответить взаимностью, боюсь, он с моей шеи не слезет потом. Ну, скучно. Старый человек. Скучно ему. Если бы к нему обратиться, он бы, конечно же, дал возможность водички закипятить. Тем более у меня еще в канистре чистой воды полно. Вот. Ну, короче, вот так вот. Еще рано. Через каких полчаса заложу дровишки. Может, еще принесу, на всякий случай, чтобы потом в потемках там не прыгать. Хотя, я думаю, хватит. Просто вчера одновременно все начал делать, и тут еще бегал нафиг. Поэтому со сковородкой так и получилось сегодня. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ладно, без чая, ну ничего страшного, для минералки полно, сок еще взял. Сегодня более-менее тепло. Так жарко было сегодня, что даже от солнца прятался. А под утро было... Вчера было немножко не так жарко. И под утро просыпался несколько раз. Немножко холодно было. Видимо, одеяло слазило. Но у меня был термос горячий. С горячим чаем. И я раз кружку чая и опять спать. Сегодня без горячего чая. Но сегодня будет спать тепло. Гораздо теплее. Так что ничего страшного. Перекушу чуть попозже. Как-то на природе и не очень-то и спать что-то хочется. Хочется. Вчера и почитал, и музыку слушал. Где-то до часу, а то и, наверное, и больше не спал. Ладно. Видимо, последняя ночь на этой неделе. Не думаю, что на субботу. С пятницы на субботу останусь тут. Завтра проторчу здесь, сколько надо будет. Сегодня что-то поделали. Будку отправили все-таки. Отогнал я ее в сервис. Точнее, машину с будкой. Грузовик. Шеф все-таки настоял на своем. Будем этот контейнер ставить на ту машину. А ту будку снимать. Не знаю, что он выбрасывает. Но ему видней. Я спорить не буду. Ну, а в целом процесс основной бурения не начат еще. Сегодня еще... Приезжал помощник, тоже пригласил на работу, не знаю, парень в раздумье. Ходил, смотрел, смотрел, завели этот трактор, соляра кончилась, черт побери. Полезли масло проверить, а там и масла в двигателе нету. Хотя шеф сказал, все проверил, все было. Ай, всегда надо самому все делать, всегда надо все проверять и перепроверять. Никому не верьте, ребята, никому. Тем более начальству. Ладно, хватит вам слюни пускать. Надо было еще лука купить. Хотя покупать лук... На следующей неделе с собой возьму и лук, и чеснок. И больше подготовлюсь. И чайник, и кастрюлю возьму. И мангал, наверное, сюда притащу свой. Наверное. В субботу у матери день рождения. Ладно, все. Спасибо за внимание.